Сквер имени Куйбышева – всеми любимая площадка для прогулок и отдыха. В этом году его отреставрировали на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь полностью заменили плиточное покрытие, установили ограждение вдоль проезжей части, высадили газон, 27 кустарников, установили 36 скамеек и 19 урн. А еще здесь появились качели. Место, которое объединяет. Вот сегодня на мероприятии прозвучали такие слова, что здесь и свидания назначают, здесь и семьи уединяются, гуляют с детьми. Здесь и просто молодые люди, да, где-то там, может быть, немного дурачатся, там на скейтах катаются и так далее. То есть это место такое очень многофункциональное, но тем не менее объединяет огромную часть самых разных людей. Уже в эти выходные жители Куйбышевского района собрались в обновленном сквере, чтобы оценить по достоинству проведенную тут работу и заодно отпраздновать День города. В обновленном парке прошел концерт с песнями, танцами и поздравлениями. Мне здесь все сейчас понравилось. Во-первых, плиточки все выложено чисто, зелено, красиво. Подновлено все, обновилось все. Сквер имени Куйбышева занял 4-е место в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий на 2022 год. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.